Ребята, всем привет! С вами Игнат. Начинаем новый влог. Прошлый влог я закончил, когда началась гроза. Летняя гроза в Семиизе. Если вы вдруг не видели, посмотрите этот влог и вернитесь назад. Также в самом начале, ребят, попрошу лайкнуть видео. Если вы вдруг, ребят, смотрите без подписки, пожалуйста, подпишитесь. Также есть основной канал о путешествиях. Также есть Телеграм, есть Контакт, есть запрещен Грам, вот так он выглядит. В общем, любой удобный способ для того, чтобы мало ли чего, чтобы мы остались на связи, подписывайтесь везде. Ну все, давайте погнали в новый влог. В общем, у нас дождь. Сейчас с Валентиной Николаевной разговаривал, с женщиной, с которой мы в Норильске работали, мы очень много, мы 8 лет мы точно вместе проработали. Мы с ней познакомились, когда мне было 24 года. Вот. И мы, в принципе, плюс-минус связь поддерживаем все это время. Ну, вот 2 года эти не созванивались, потому что я на крымском номере. И она в одноклассниках меня. Ну, дочь ее нашла. Ну, мы со всеми в одноклассниках. Короче, дочь ее мне написала. Говорит, Игнат, мы в Крыму. Мама хочет увидеться с тобой. Короче, Николаевна послезавтра приедет. Вот. Я часто про Николаевну вспоминал во влогах. Ну, там, или при разговорах с кем-то часто я вспоминаю. Ну, потому что, ой, это вообще... Мы работали в торговле вместе. Короче, были... Ну, у нас менеджер была старше над нами, и мы за компьютерами сидели, короче, сбагривали товар. И были друг у друга начальники. Если ей надо домой, тогда она говорит, Игнатуся, я уйду сегодня. Я говорю, хорошо, Валентина Николаевна, если мне надо. Она говорит, иди, иди, иди. А наша начальница говорит, а вы не охренели? Говорит, друг у друга отпрашивайтесь, а я вам что, нас? Ай, честно, такое было. А еще такая матершинница Николаевна, мы с ней... Иногда к нам заходит, ну, директор, который самый главный. И мы его не замечаем, а он такой культурный, интеллигентный. Я тоже матерюсь, но сейчас меньше. Раньше я как сапожник матерился. Директор наш, он такой интеллигентный. Там не пьет, не курит. Какие-нибудь это ротация. Когда по последний раз проводилась... ротация витрины. Он один раз нам такое сказал. Мы с Николаем такие, чего, блядь? Что за ротация? Ой, потом, короче, это стали у меня все ротировать. Кто-нибудь ко мне подходит, я говорю, иди ротируй. Услышал новое слово, называется. Ой, ну и, короче, это, вот он такими словами, как сказать, ну, все время у него лексикон, вот типа, когда последний раз витрина ротировалась, мне даже сейчас вышло, и это, ну, и все в таком духе. И, значит, как-то мы не заметили, что он стоит, а мы с Валентиной Николаевной общаемся между собой. На, за. Он стоит и такой смотрит. Говорит, у вас даже ни одного слова нормального не проскочило. Вы просто набор матов. Ой, я так вспоминаю Валентину Николаевну вечно. Смеюсь. Вот она приехала, она говорит. А, ну я вам говорил до этого, что она типа последний год в Норильске работает, последний такой отпуск у нее в Норильске, и потом переезжает, наверное, я так думаю. И говорит, и в Минводах была, и где-то была, и вот в Крым приехала. Короче,
на днях приедет. Встретимся, покажу вам Николаевну. Плохая идея была записывать под крышкой с дождем идущим. Короче, ну просто там искренние эмоции такие, я как вспомнил, я аж оборжался. Он один раз, он, вот у нас два стола стоят, мы друг с другом, мой стол и Валентин Николаевны стол. И он подходит, значит, этот начальник наш, весь такой интеллигентный, и на нас смотрит и говорит, а там поставили витрины, мы работали на продуктах, и типа там, знаете, конфеты какие-то надо было выставлять, там что-то такое в коробках конфеты. А эти витрины, он еще прикол в том, что жил не в Норильске, а в Питере. И он очень редко к нам приезжал, этот начальник наш. И как-то, когда он разорился, купил эту витрину, ну как, вложил деньги и купил эту витрину, мы засунули туда конфеты. Ну, короче, чтобы он от нас отколупался, мы ее чем-то заполнили, эту витрину. Естественно, когда у нас кто-то приезжал, что-то спрашивал, мы все в компьютерах смотрели, витрины этой никогда не пользовались. И как бы все клиенты тоже приезжали, и ну, что-то там, как выглядит, можно было посмотреть. Но там ни цен, ничего не было, потому что наименований было много. Это такой геморрой, и, честно говоря, ну все уже там просрочено. Вот, допустим, мы поставили это, и он через год к нам подходит и говорит, а когда последний раз витрина ротировалась? Мы с Николаевной смотрим друг на друга. Валентина Николаевна на меня говорит, Игнатуся, что он от нас хочет прямо перед ним? Я говорю, Валентина Николаевна, не особо понимаю, какую-то витрину ротировались. Я тоже говорю, мы говорим ему, а что значит ротировалось? А на нас уже ржач напал. Он на нас смотрит, как на дебилов, развернулся и ушел. Мы, значит, к нашей начальнице говорим, Леонидовна, вы что-то не поняли, что он от нас хочет? Какие-то витрины ротировать. Леонидовна такая, ротировались. Он говорит, где он такие слова выкапывает? Я, говорит, хрен его знает, что значит это ротировалось. Ну, наверное, говорит, что когда обновляется, ну, в принципе-то она права была, когда витрины последний раз обновляли. Но вот он нас всех в ступор этим ротировал. Мы слышать не слышали в Норильске слово ротировали. Какое там нахрен ротировали? Там, знаете, ну, торговля же это, там, торговые представители и все, и подходят там, допустим, торговые представители ко мне. Я говорю, так, все, хватит сидеть, иди ротируй территорию. У меня это слово ротируй. В прошлом году у меня было слово жухлое. Вот я что-то такое слушаю, и я везде его все там. Жухлая погода, жухлое море, что-то еще. В тот момент, мне там лет 25, наверное, было, 26. Ну, представляете, я в 26 лет. Ладно, мне 26, Валентин Николаевич там уже 50 был. И мы с ним... Мы с ней так долго ржали, говорю, он еще с такими словами к нам подходит, когда вы последний раз ротировали витрины. Вы... Николаевна из Волгограда, как я там тоже слышать не слышала никогда в жизни это слово. А мы с ней пересмотрелись и перед ним прям, что он от нас хочет? И на него типа, а что вы имеете в виду? Он развернулся и ушел. Ой, вот это вот я как вспоминаю, так ржу это, ротируйте витрины. Ребята, в общем, дождик только закончился. Шел он часа 2 или 3. Наверное, часа 3, около 3. Ой, зато какое небо. Сейчас покажу вам. И то, что мы не поехали в ленту. Ой, в ленту, чего я ленту-то вспомнил? Без цен. Это не отменяет. Мне, короче, мне надо готовить что-то. У меня мясо все есть, но у меня нету лука и морковки. Закончилось разом. Пойду схожу в магазин. Смотрите, чтобы вы вайб прочувствовали, какие облака красивые. 50 оттенков серого. И такой можжевельник. Весь мокрый, все мокрое. И, ребят, это, конечно... Птички вон запели. Я тут не пройти, не проехать. Я, ребят, снова пошел в квартиру. Взял свои сапожки.
просто после дождя сейчас же там и по дороге все. Дороги-то тоже, наверное, все затоплены. И он сухо, тепло, кум королю, сват министру, как говорится. То Илюха мне наваливал, ты в них ходить не будешь. Да, конечно, вообще незаменимая вещь. Я-то прежде чем купить, понимал, что они мне нужны. И что вот когда вот такая задница будет, как в 21-м году, когда Ялту топило, тогда же вообще невозможно было ходить у нас в семье. Все, везде лужи, все течет сверху. И я такой думаю, не-не-не. И вот после, я же той зимой 21 на 22 купил эти сапожки. И с тех пор прям везде в них хаживаю, когда вот такая вот погода. Да мне пофиг. Кроссовки мокрые. Да, там вся вода сверху по дорогам в море течет. На всю ширину дорог. О боже мой, какие запахи. Слушайте, как будто какой-то туалетной водой пахнет. И это... Все, короче, вся дорога залита, вся в воде. Я иду в сухих сапожках. Показать вам капли на растениях. Представляете, какая красота? А, какой красивый цветочек. Ребята, какие цвета красивые. Сейчас покажу, что там на Айпетре. Вон что на Айпетре. Я взял зонт. Вот что я имел в виду. И у церкви здесь сверху течет вода. И она вот так вот с маленькой. И тут хренакс. И на всю дорогу. И тут не пройти, не объехать. Вот, смотрите. Ну, сейчас еще можно пройти, ладно. Я тут вечно скачу по этим... по бордюркам. А теперь я просто вон и похрену. Вот, в принципе, ради вот того, чтобы вот так вот здесь ходить в магазин, я их и купил, эти сапоги. Какой запах после дождя. Вся зелень распустилась, все такое насыщенное. Все такое цветет. Розовый куст этот. Сейчас макро включу, покажу. Красота. Морячок нехило тут питается. И ему вытащили скелет от курицы. На, вот тебе, пожалуйста. И Зойке он перепало. Зоя. Они целый день кушают. Вы только сфотографировать? Нет, я к вам. Бедные туристы, кто приехал раздетые. Сейчас парень в летних шортах, в таких комплект шорты, майка, в сланцах в магазине. Видимо, совсем раздетый приехал. Сейчас заходил в аптеку, спирт медицинский вспомнил, купил, чтобы зум-то оттереть. Мне фармацевт говорит, для наружного применения. Я говорю, хорошо, мне как раз для наружного. Ну, если что, останется, буду прыщи протирать еще им. А он останется, смотрите, вот на всю дорогу лужа. Бедные туристы. В шортах, в шлепках тоже по лужам ходят. А я вот сапожки одел. Красота. Я сейчас покупал, и женщина говорит, ничего себе, говорит, вы поговорите, перепадает. Они тут целыми днями кости едят. Им говорит, уже надо диету устраивать. Просто когда Наташа приезжает, собачки все к ней. И их тут перестают кормить. А тут-то у них возможностей больше. Тут-то они едят как не в себя. Поэтому лучше, конечно, чтобы собачки были на своем месте.
возле этого магазина. Ой, ребята, слушайте, с меня 100 потов. Вроде как тепло на улице. Прям это... Пот побежал. Жарко. Духота какая-то. Ночью холодно, днем душно и дождь идет. Прикольная погода. Ребят, привет. Ну, это называется... Я не знаю, как это назвать. Короче, сегодня вторник, сегодня должен выйти ролик. Влоги есть, а ролика нету. Потому что на улице нет погоды. Я вот уже оделся, видите? Я прям все в кроссовке. Кроссовки одел прогулочные. Есть идея для ролика. Чтоб по кошке не лазить, знаете, потому что там я хотел на кошку лезть и селфи-палкой. Но чтоб по кошке не лазить, из-за того, что она там скользкая и мокрая, придумал кое-что другое. Я оделся уже, вышел и стал подниматься на южнобережное шоссе, и пошел дождь. Да ё-моё! Не знаю, видно, не видно будет. Короче, идет дождь. Классно, я снял ролик, сходил. А я, ребята, взял с собой даже очки, на всякий случай. Ну, вы знаете, я оптимист. Взял фотоаппарат, думаю, буду кадры делать прикольные. Нет. Не получается. Ребят, я побежал. Дождь закончился, пошел снимать. Смотрите, даже на тропинке трава выросла. А вот эти какие красивые. Офигеть. Все цветет и пахнет. Ну, с тропинки я вообще офигел. Тропинка заросла травой. Смотрите, что тут происходит. Тут все разгребли. Поубирали всякие гаражи. И он экскаватором все убирает. Что-то строить здесь собрались, что ли? Видите? О, вот эти крыши все оголились. Видимо, что-то строить будут. А это гаражи были прям с ямами, видите? Яма вон. Ну, видимо, что-то строят. Смотрите, влажность какая стоит. Аж все зеркала запотели. У меня, короче, сейчас я снимал ролик 7 из, и уже когда спустился практически вниз, в камере посредине линзы появился этот запотевший след. Я сейчас посмотрел, ну да, действительно будет в ролике. Ну ладно, что делать. Я говорю, у меня такая фигня с камерами, когда я на морозе держу ее в кармане, допустим, потом ее достаю, и такой, ну, маленький-то, запотевшая такая серединка. Но я это все равно сразу вижу, потом, когда в камеру смотрю, я сейчас думаю, а сейчас-то с чего, на улице тепло. И она запотела. На улице, ребята, духота. Я снял ролик, ну да, вы поняли, я просто снимал, где там гаражи разбирают, я вам не сказал, что все-таки пошел, снял, не помню, я уже говорил, не говорил. Короче, снял, даже солнце было. Сейчас буду монтировать. Ребята, вот он Дима, как я вам говорил, Бакалея. Идем за покупками. Федя еще даже не звонил, мы, наверное, раньше его придем. Ну, ничего страшного. Так что, ребята, своим ходом с Димой идем. Ой, интересно, она может быть вот сюда лучше? Как тротуарка, да? Или она там заканчивается? Я не знаю. Не, вроде не заканчивается, пойдем. Так, ребят, идем мы, и что-то стал дождь, как из пульверизатора такой. Но мы успеваем добежать до бесцены. Ой, смотри, как облака поднимаются. Прям как дым. Короче, ребята, вот он у нас бесцен, вот здесь был автопарк. Я показывал, рассказывал, но с дороги ни разу не показывал. И, короче, прикол в том, что нам нужен... А вот и Федя. Нам нужен ДНС. Дима хочет кофеварку купить, но... ДНС отсюда... Давай пропустим. ДНС отсюда уехали. Сейчас будем искать ДНС. А я еще просто тоже до этого говорил Феде. Смотри, ДНС выехал, а эту вывеску не убрали. Слушай, да что это такое? А, ну это светофор, наверное, прогорел теперь. Вот, короче, будем искать сейчас ДНС. Большой ДНС выехал оттуда точно, но где-то она, видимо... Не,
маленький остался. Это называется Технопоинт. А, Технопоинт, да. Вот. Тут, видимо, был и ДНС, и Технопоинт, но вот они решили оставить один ДНС Технопоинт. И, наверное, сменили все-таки, поменьше магазин взяли. О, Ялты вообще не видно. Так, ну и вот он наш бесцен. Бесценный магазин. О, вся парковка. Па-бам, 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 па-бам. Короче, вон сколько. Ребят, доброе утро. Чудо не случилось. На улице по-прежнему идет дождь. Собаки воют. Я еще, знаете, что сегодня? Я сегодня оставил с этой поездки, после поездки в бесцен, оставил чеки. Я вам покажу, просто я вчера охренел с того, что уже огурцы по 60. Потом кабачки, ну, короче, зеленые кабачки, баклажан, кабачок, по-моему. Он стоит 30 рублей. Уже такие прям летние цены стали. Прям радует. Ну и так много чего. Еще скажу, ну сейчас, я, честно говоря, только проснулся, чайник поставил. И решил про дождь сказать и вспомнил, что я чеки не выкинул. Покажу вам, почем мясо, почем там овощи, фрукты, овощи и что-нибудь такое, там яйца еще. Потом я сегодня ночью, сейчас я вам покажу. Собака заразовывает. Тут у меня чаечек делается. Зараза! Он остывал просто. Я приготовил. Вчера, короче, куплена была говядина. Посмотрите, какой от говядины цвет. Ой, кстати, надо его в холодильник убрать. Еще вчера купил на селедку под шубой. Поставлю сегодня все, отварю и сделаю еще шубу. А, еще... Дима вчера это заметил. Я, честно говоря, не заметил даже. Короче, у нас молодая картошка в Семизе по 90. А там она 50 стоит. Давайте тогда все покажу вкратце. Коль завел разговор, я вам кондиционер для белья купил. Ого, скидка 23 рубля. Прикольная. Молоко купил с ручкой, чтобы канистра была новая деревня. Он 102 рубля. Потом майонеза, пару ведер купил на шубу и еще что-то, куда мне нужен майонез. Ну, короче, ладно. Пшено по 73, сахар по 69. Так, кофе крепкий за 2. А, тут же за 2. Короче, сахар 69, а пшено 73, это за 2 штуки. Короче, ну вот, видите, надо разделить. Потом кофе Жокей 300 рублей, ну это 150 рублей, значит, одна штучка. Рис 221, да, рис чуть больше 100 рублей. Крушончик мне попался вкусненький, 91 рубль. Масло взял, томатную пасту, вот кубаночку всегда беру, она 154. Так смотрите, у нее скидка-то 39 рублей, ни хрена себе. Вот я набрал повидло. Абрикосовая 2. Ну, короче, 89 оно сейчас стало. Это я и так помню. Повидло, шампиньоны. Потом кетчуп Остры Хайнц 184. Потом кетчуп томатный. Мне бутылка понравилась 123 рубля. Соус горчичный. Так, это ладно, макароны ладно. Ну ладно, давайте макароны уже тоже скажу. Макароны спиралька. Ну, это Макфа, короче, по 57 рублей получается. Одна штука 58 рублей, считайте. Ну и вон по рыбе. Смотрите, филе 496 рублей. Так, батон по 33 рубля. Чипсы кукурузные увидел, захотел, вчера съел пачку за вечер. Так, колбаса, сосиски. Взял рулетик бисквитный тоже, 62 рубля, он прям смотрел на меня. Вот эти хлебцы, прикольные,
были 55, стали 35, я об этом вам говорил, а какие-то даже и по 25 были. Потом чай большой, 100 пакетник Ахмат, 251, но он, смотрите, скидка 63 рубля с пачки. Ладно, это все приправы, это проехали. Селедку, на селедке в шубе, видите, она полкилограмма 261, но 66 рублей скидка, тоже неплохо. Бутерброды, ассорти. Что это такое? А, это я брал, да, все, я из кулинарии брал. Ну, короче, поняли, какие цены. Просто видите, тут, допустим, хренак со 60 рублей скидка. Хорошо, хорошо. С чека сколько скидка получилась вообще? 600 рублей, что ли? Сумма НДС. Не знаю, где скидка. Ну, короче, приятно. А, вот скидка. Скидка 175. Короче, не знаю. Ну, скидка получилась приличная. Теперь смотрите на овощи. Лук, пучок 25, петрушка 25. А, укроп 25, петрушка 50. Ого, самая дорогая. Морковка 38. Свекла 16. Картошка 59,90. Там 50 написано было. А, ну может быть и так и написано было. Яблоки по 77. Капуста молодая 49. А старая дороже, как всегда. Кабачок 31,50. О, видите, я яблоко же вам говорю. Огурцы по 64,90. Потом мандарины. Мандарины 120. Чеснок 220. Бананы по 106. И помидоры по 104 рубля. Это что касается овощей. Там просто мясо и овощи отдельно частники продают. У них в бесцене, поэтому отдельные чеки. Сейчас мясо покажу. Так, смотрим мясо. Говядина мякоть 599 килограмм. Потом индейка филе 409 рублей килограмм. Шея свиная 359 рублей килограмм. То есть вот такие вот цены на свинину, на мякоть и на говядину. Хлебцы, ребята, вот эти я имел в виду. 35 и 25 какие-то. Ну, там 26-27 рублей. Были по 50, все стали вот такие цены. Подешевели, короче. И никаких акций, просто дешевле стали, и все. Прикольно. Ну и все, ребят. Цены я вам показал. Я почему, в принципе, сейчас, сегодня их показал. Потому что огурцы были там по 200 с лишним рублей. Я думаю, ну что показывать, не везде, наверное, постолько. Кабачков вообще не было. Ну и меня еще удивило, что картошка, Дима говорит, у нас в Мизе такая же картошка по 90, а тут она 50, ну пускай 55 там она, да, по-моему, в чеке была. И с этих соображений, думаю, надо вам показать эти цены, а потом, ну а, интересно же, да, что почем, уже скоро все поедете. Ну вот я вам плюс-минус цены сегодня и показал, какие у нас. Не выкинул вчера чеки, специально в магазинах прям брал, собирал, чтобы показать. А это молоко, которое я говорил, что купил из бутылки, вот оно. Мне нужна эта бутылка, у меня, ну, всегда она есть, но там раза через два, через три я ее выкидываю, чтобы молоко не портилось. Там все равно как бы нельзя его до бесконечности ее использовать. Была бы она стеклянная, можно было, наверное. Вот, короче, купил такое и накупил наше местное. Выпью и перелью сюда. Мне нравятся эти бутылочки. Ребята, еще небольшое дополнение, потому что это, ну, важная информация. Яйца 30 штук, 166 рублей. Я вот сразу не заметил, поэтому не сказал. И про яйца это же, ну, такое, что надо. А у нас в какой-то момент, сейчас они подешевели. Короче, они всю зиму так и были там в бесцене по 166. И у нас в семье десяток в какое-то время, вот когда Пасха была, десяток стоил около 110, а мы там, когда ездим без цен, когда меня туда возят, я все время беру, и вот по такой цене они как были, так и есть. Ребят, короче,
Я вам показывал уже, что тут все аналоговое. Ничего. Понятно, что ничего не понятно. Примерно понимаю. Примерно выставил. Вчера же взял порошок сюда, чтобы квартиру не таскать, ничего здесь стирать. Короче, пробую запускать. Надеюсь, все нормально будет. Вроде как разобрался. Понимаете? Понимаете, что творится-то? Для полного понимания. Все эти пентаграммы, наверное, понимали еще в 90-х. Сейчас вообще ни хрена непонятно. И кнопки, ребят, все аналоговые. Ну ничего, пробую. Закинул носки и джинсы. Пробная партия. Я-то, ребята, знаете еще что? Настираю сейчас. А где я это сушить буду? Вон там, наверное, наверху. О, слышите? Давай, все, стирай. Тут полотенце, короче, у меня и одно, и второе, они не высыхают. Я уже, знаете, думаю, одним вытираюсь с утра, другим вечером, что одно высохнет, другое за сутки. Ну, типа за сутки. Оба мокрые. Я их, короче, сегодня ночью вешал вот сюда, под веревку. Вот сюда, наверное, и джинсы повешу. А? Ой, мадам Циля. Силя. Кс. Где ты там? Силя. Скажи привет подписчикам. Да. Силя. Силя. Нам так и не дает погода наводить порядки, ребят. Не дает. Палас мой стирается по новой. Ну, хорошо, что они, кстати, стираются. Мне тут написали, садите, давайте смородину. Посадим. Смородина в процессе. Почти в земле. Зато маки вон цветут. Да, сейчас как немножко подсохнет, если так надо, ковер перевешивать туда, тут наоборот сюда, и керхером его тоже стирануть. Никак, ребята, нам даже мусор отсюда не вынести, все мокрое. Ничего не можем делать. Все мокро. Ну зачем, да? Вот зачем мочиться? Что, куда-то торопимся, что ли? Поэтому как-то так, ребят. Стирка продолжалась, ребят, час 15 минут. Еще какое-то время я ждал, пока откроется дверца. Ой, так, где эта штука? У меня у мамы такая машинка в Норильске. Так, с такой загрузкой. Мне они непривычные. Надо когти подстричь. Фарш покупал. Буду котлеты сейчас делать. Надо когти подстричь. Ой, что-то белое. А, карманы от джинсов. Слушайте, сухое прям почти. Ну, хорошая машинка. Ребят, я так давно не занимался вот этим. Не жарил котлеты. Вот такой запах на весь участок стоит. Короче, вкуснятинка. Как шкварчит. Ребята, давайте поиграем что, где, когда. Вопрос знатокам. Короче, время от времени я беру в банке соль и просыпаю вот это отверстие солью. И также просыпаю солью порог. Прям хорошенько так надо. Ну, я просто на днях сыпал. Итак, знатоки, внимание, вопрос. Для чего я это делаю? Ну, раз в 2-3 дня. Кто смотрел в прошлом году мои влоги, наверняка знает. И, пожалуйста, не читая комментарии друг друга, напишите сперва, а потом проверьте свое мнение. Я скажу, наверное, в следующем влоге, для чего это.